Ну что, дорогие братья, всем привет, огромное всем спасибо хочу сказать за поддержку. Вчера я допал последнего персонажа на 500 кубков, теперь у меня все персы на 500, у меня 14 тысяч трофеев, а это значит, что я выиграл челлендж с Саурумом. Я этим не горжусь, я знаю прекрасно, что если бы Серега захотел, он бы дал мне отпор, я прекрасно знаю, как он играет, и играет он лучше меня. Были на то причины, что он не успел всех допать, да я не этим горжусь. Я вообще, я рад, доволен, мне приятно, что я всех поднял, я даже благодарен Сереге, что он кинул мне этот вызов, и я не забил на свою основу, не пошел сливать тут кубки, не пошел делать новый проект, а сразу поднял всех на 500. Это круто, я пойду дальше его апать, меня это замотивировало очень сильно. Я, блин, вообще благодарен Сереге. И помимо этого, я поставил за цель, ребята, вывести свой клан в топ СНГ. И он у меня в топ СНГ, да, мы перебили там чуть-чуть на вот столечке Аурума. И уже держимся несколько часов в этом топе. Но, естественно, я рано радуюсь. Я уверен, что даже после этого ролика мы снова спустимся. Потому что я не могу конкурировать с этим кланом. У него крутое объединение Сикер, у него много разных топов. Кстати, кто из них смотрит, всем привет, ребята. Я понимаю, что я не конкурент этому клану. Но, тем не менее, я хочу, чтобы мой клан тоже держался в топе, там в топе 2, топе 3, если у нас получится. Друзья, в моем клане однозначно освободятся места, потому что некоторые топы мне помогли, некоторые уйдут, некоторые останутся. Если будут места, пожалуйста, заходите в мой клан Holdic Elite, вот хэштег, прием сейчас 13 тысяч, буду вас ждать, места всегда будут обновляться. Мы всегда будем стремиться к топу, мы всегда будем развиваться, поэтому я всегда вас буду в этом клане ждать. А в топе мира сейчас мы, ребята, находимся на 22-м, мать его, месте в мире! 22-й. Я уже знаю, что Серега запланировал свой клан тоже вывести в топ мира на первое место. Это безумие. Это реально. Я так не смогу. И думаю, что у него это получится. Я ему, конечно же, желаю успехов и удачи. У меня нет никакой вражды с Серегой. Если кто там подумает что-то, мы с ним хорошо общаемся. Это просто такой игровой интерес. Я поставил за цель вывести клан в топ. И у меня это получилось. Огромное спасибо, кстати, Стоп-Робу, который постоянно со мной играет, постоянно мне помогает во всем. Ссылочку на него оставлю в описании. Очень крутой игрок. Я вам рекомендую подписаться на его канал. Парень вообще тащит. У него 18 тысяч... У него 20 тысяч кубков, блин. Я, ребят, также продолжаю стремиться к высоким трофеям. У меня все персы на 500+. И сегодня мы поиграем в шедешки. Я подниму еще больше трофеев. Я хочу пройти полностью путь к славе и идти дальше. Рекламная пауза, ребят. Обязательно подпишитесь на канал, если здесь впервые. Потому что подписка на канал повышает шанс на выпадение легендарки. И поставь лайк. Это такой байтик, но тем не менее. Подписывайтесь, ребят. Ну вы же по-другому не хотите подписываться. Ну, пожалуйста, много смотрит просто без подписки. Рекламная пауза и погнали, ребят. Просто тютелечка, просто смотрю на эти кубки, тютелечка в тютелечку. Ну, блин, несколько сейчас игроков выйдут, они выйдут, и мы снова спустимся. Это такой временный топ, и я рад ему, хоть мы его достигли. Вот я считаю нечестно, что это временно попросил игроков некоторых зайти, и это может сделать так каждый себе, вывести его в топ на время, любой клан можно. Но опять же, это все временно будет. А так, чтобы на постоянке, я думаю, мы заслуживаем топ-2, топ-3. Поэтому мы будем держаться в этом топе, а первое место, естественно, мне кажется, мне не светит. Итак, дорогие друзья, у нас карта Опаленный Камень, и мета на этой карте вот такая. Ребята, поставьте лайк, подпишитесь, если вам интересно, чтобы я всегда на каждой карте показывал вам мету, показывал, кем играть и чё да как. Вот, в этом можно столкновение тащить на Леоне, Броке, Пэм, Воробушке, Спайке, Кольте и Карле. Давайте какого-то персонажа выберу. В принципе, можно Спайка дапать на 500-600 кубков. Погнали это сделаем. И опять же напоминаю, ребята, кто не в моем клане еще, у кого 13 тысяч плюс кубков, я вас всех жду. Жду в моем клубе. Хэштег вы видели, вступайте, всегда будут места, я уверен. Но опять же, да, наверное, в топе мне держаться не получится. Да и, в принципе, я знаю, что это не мое. Я никогда... У меня нету так много связей там с топами, я мало с кем общаюсь, поэтому... Ну, есть парочку человек крутых, которые всегда мне помогают. Но в целом я как-то вот, не знаю, не сложилось у меня с этим. Я всегда играю по фану. У меня не было такого стремления там в топе всегда быть каком-то в Brawl Stars'е. Но тут вдруг захотелось, особенно вот с этим челленджем, где всех персов на 500. Я такой смотрю, блин, ну я повышаю кубки, надо и со кланом повышать кубки. Оп, смотрю, мы уже в топ-5, думаю, блин, сейчас в топ-3 зайдем. Думаю, блин, поставлю цель забрать топ-1. Ну, мы временно забрали, поэтому опять же... Напоминаю, опять же, я не хвастаюсь, а все, топ-1, мы крутые. Это чисто такая галочка, я для галочки хотел в топе-1 повисеть, сделать ролик. Ну, блин, мне приятно, я рад, когда у меня клан развивается. Я думаю, что вы меня поймете.
Вот. Ну, естественно, что мы после этого ролика, да даже мы в этот же день уже сольемся с топа. Ну, это не важно, у нас все равно в клане много людей, приходите, мы стримим каждый день, поэтому буду ждать всех, у кого 13 тысяч плюс кубков. Вот, если для вас топ не принципиально, если вы просто хотите быть в моем клане, залетайте. Также, ребята, скоро создастся новый проект без доната, будут созданы академки. Блин, я зря вышел, у меня был центр, что-то я пошел вот это за Леоном, непонятно, зачем мне это. Вот было у меня все хорошо, а я себе проблемы ищу. Так, Леончик, ну ты, наверное, прилетел уже, все, твоя остановочка, выходи. Так, я должен взять топ-1, я играю на спайке сейчас, это моя любимая легендарочка, это моя первая легендарочка в этой игре, я должен взять топ-1. Стопе, оп, так, есть, и осталось у нас Пайпер, да, там, так, возьмем одну баночку, так, а Пайпер с кем? Так, хорошо, будем вот так вот колючками Пайпер дамажить. Леон, давай Пайпер убьем. Убьем Пайпер, а потом с тобой зарешаем вопросы все. Топ-1, друзья. Топ-1 на спайке. Вообще красавелла. Вообще красавелла. Плюс 10 кубков. Мне кажется, что уже мы даже сейчас уже не в топ-1, мне кажется. Это чисто такое мгновение. Хотя мы уже были в топ-1. И просто... Да, уже кто-то ливнул, блин. Вот, стоп-холдик 2, друзья, на этом стриме. Настя, не буду. Передаю, кстати, своим сокланам привет, кто смотрит. Мне в любом случае приятно, что мы побывали в топ-1. Не, в топ-1 СНГ побывать — это на самом деле такое себе достижение. Мы были в топ-1 даже на стриме. Я никого не звал специально, просто так вот зашли, кто-то может просто поздороваться зашел. Вот в топе мира, в топ-1 мира, вот это, конечно, круто. Вот, и я думаю, что у Сереги получится это сделать, вывести свой клан топ-1 мира. Блин, и вот это реально гораздо круче. Ну, я даже пытаться не буду, я думаю, что я не смогу. Хотя, опять же, если это решить вопрос финансово, да, там, обратиться ко всем, подключить все связи, все каналы подрубить, то я думаю, что это реально сделать, собрать все СНГ-комьюнити, мы можем вывести в топ-1 мира. Но, опять же, когда это уже буду делать не я, поэтому тут бесполезно... как-то конкурировать. Но опять же, для меня это не принципиально. Я сделал ради галочки топ-1 и все. И дальше продолжаю играть в свое удовольствие. Хотя я вообще, знаете, на самом деле, кланы в игре Brawl Stars, они я как-то не расцениваю как что-то важное, как неотъемлемая часть игры. То есть если в Clash Royale можно там донатить, еще что-то, да, прокачиваться с помощью клана, то здесь я не вижу КПД вообще никакого. Блин, нифига себе, блин, метеорит херанул, да? То здесь, я не знаю, ну чисто может тиммейта себе найти, хз. Мне кажется, тут кланы в Brawl Stars — это слабенькое такое. Более 100 человек в клане, блин, и применения никакому этому нету. Только в команду там пригласить и все. Сука, Шелли, я думал, ты будешь мансовать. О, извини, но сегодня не твой день. Так что давай, до свидания. Ну что, еще одна топ-1 катка, смотрите. Так, кто у нас остался? О, Брок. Блин, реально, я очень благодарен тому, что Серега меня вызвал на батл, на такой челлендж, соревнование. Оно, знаете, оно не особо принципиально, чтобы там выиграл я или он. Само себе, я говорил, что я даже рубрику такую создал, что я делаю какую-то себе цель ставлю и делаю наказание, если эту цель не достигаю. Это такая мотивация, мотивейшн, апать кубки. И вот это соревнование мне реально замотивировало прокачивать свой аккаунт и выходить в топ. То есть немножко подзадротить, а то постоянно, то сундуки, то еще что-то, то отпуски. И многие, я вижу, негодуют тем, что я не снимаю какие-то рекорды, не апаю, не показываю там какие-то крутые каточки. То есть аудитория, которой нравится развлекательный контент, фановый контент в виде батлов разных, там, сундуков открытий, челленджей и прочего. Но вот именно, чтобы какие-то топовые каточки с обучалочками и еще прочим, есть такая аудитория, часть аудитории, которая ждет эти видео, но их нету. Поэтому я решил еще сейчас подзадротить и реально врываться в топ, обучаться потихонечку в 3-3. Вот, поменьше роковать. Так. Вот сейчас хочу создать проект. Бля, ну только сказал, не... Бля, ну серьезно.
Ай, ну я правда не ожидал. Минус 6. Уф, жесть. Давайте еще одну каточку. Если сейчас возьму топ-1, то останется один кубок до 600. Ну и, в принципе, на этом можно ролик будет завершать. Так. Поехали. Ну и не забывайте вступать в клан. Всегда будут места. Мы уже не в топе 1, даже во время ролика. Мы там побывали. Побывали. Очень круто. Так. Да еще, блин, сейчас все изменилось. Вот эта новая система поднятия трофеев. Так, надо топ-1. Надо топ-1. Идем в центр. Блин, никого нету. Бля, я так боюсь. Вот это сейчас меня погубит, да, походу, жадность? Не, не губит. Смотрите, пока что не губит. Ну, блин, ну это глупо было. Ну-ка, не глупо, точнее, а... Ладно, забейте. Не, на спайке, конечно, легко играть. Оп, хорошо. Блин, я тут не проверил, есть кто, никого. Так, отлично. Ну, пока все идет к тому, что я топ-1 должен взять. Если меня сейчас не зажмут, тут бык с приматом, если меня не зажмет. Так, ну все, примат, до свидания. До свидания, примат. Так. Ты серьезно хочешь попробовать со мной посоревноваться? Давай попробуем. Когда у меня есть какая-то мотивация, я всегда стараюсь. Когда я играю по фану, в свое удовольствие, я могу слиться и мне плевать, апну я 500 или не апну. Вот когда замотивировался, блин, реально круто. Ну, хотя, опять же, сейчас не тяжело апать 500 кубков. Я не говорю, что это что-то сверхъестественное, прям я там супер-киберспортсмен, бля. Нет. На самом деле, 500 кубков сейчас очень easy апать, тем более с моей фулл прокачкой, я не спорю. Вот сейчас создам проект без доната, хочу, хочу там потрениться нормально так, по хардкору, короче. Блин, бесит меня. А шо, вы затимились с броком, да? Ну, минус брок. Так, минус кольт. И мне надо брать топ-1, хотя топ-1 мне не даст, 600 кубков. Но, по крайней мере... Так, по крайней мере, я приближусь. Ну, 600 опять тоже не сложно апать с фулл прокачкой. Поэтому я вообще хочу... Вот моя цель, это хотя бы одного перса на 1000 вывести. Вот 1000 реально сложновато. Для меня. Для кого-то нет, для кого-то да. Ох ты, блин, 599. Красота. Продолжим скоро апать спайка. Вот такие вот, ребят, получились онлайн-каточки. Вступайте в мой клан, хэштег вы видели. Я буду вас их ждать. Всем будем рады. Вот, естественно, в топ-1 уже я не буду там особо там ломиться. Ну, будем стремиться, если у нас будет получаться. Но я уверен, что у меня нет такой поддержки топовых игроков, которые будут сидеть в моем клане. Но в любом случае, я рад тем, кто все равно предан моему клану и мне. Спасибо, ребят, я вас люблю, ценю. Подписывайтесь, ставьте лайки и вступайте в мой клан. Будем развиваться вместе. Скоро будет новый проект без доната, с новым кланом Академкой. Вот, и параллельно я, конечно же, буду прокачивать основу. На этом я не сдаюсь, я буду апать. У меня уже вот много, ну как, вот 3 перса уже на 600. Я буду остальных поднимать на 600 и дальше на 700, на 800 апать. Короче, контента будет море. Еще раз всем спасибо, всем желаю удачи, хорошего настроения, не болейте и до новых, друзья, встреч. Всем пока!